дай бог столкнуться с такой ситуацией, но что делать, если ваш автомобиль загорелся? Если пожар застиг воздвижение, немедленно остановитесь и выключите двигатель. Высадите всех пассажиров, и им нужно отойти как минимум на 20 метров от авто. Звоните в пожарную службу по номеру 101. Открывайте капот, пока мисс не подготовите огнетушитель или иные средства тушения пожара. Закройте окна, капот, багажник. Чем меньше воздуха поступает к очагу возгорания, тем медленнее распространяется огонь. Стоя сбоку, по возможности, приоткройте палкой капот, возьмите огнетушитель, направьте струю в очаг возгорания. Если нет огнетушителя, возьмите, найдите песок, землю или иные способы потушить огонь. Что делать, если пожар возник на стоянке? То попытайтесь подальше откатить от зданий или рядом стоящих автомобилей свой автомобиль. В коем случае не садитесь в горящую машину, не пытайтесь завести ее. Если не получилось справиться с пламенем, то отойдите на безопасное расстояние. Как обезопасить автомобиль от пожара заранее? Обеспечить автомобиль огнетушителем и проверять его срок годности. Научиться пользоваться огнетушителем. Установить в автомобиль автоматическую систему пожаротушения. Установить аварийный выключатель массы. В случае пожара обесточит автомобиль незамедлительно.